Приветствую вас, друзья, на моем канале «Привет, Китай». Сегодня у нас на распаковочке вот такие две небольшие посылочки. Начнем с желтенькой. Вес 6 грамм, стоимость 1 доллар указан. Что там, непонятно. Давайте открывать. Зверски открыл. Замотанный в пырку. Это часики с магазина AliExpress. Да. Вот такие часы. Приехало все целое. Только непонятно, как этим всем пользоваться, ребят. Метр ремешка. Непонятно. Ставлю картиночку, как это выглядело на картинке у продавца. Поближе рассмотрим. Вот такие часы написано. Коруды, кварцевые. Ну, дешевые китайские часы. Заказал я эти часики 23 февраля. Приехали они 17 марта. То есть чуть меньше месяца. Вот такой ремешок типа кожаный и цепочка. То есть, как я понимаю, это надо пару раз вокруг руки обернуть и застегнуть вот на таких кнопках. Ну, качество, да, кстати, стоили часики 2 доллара 89 центов. Качество на троечку, то есть дешевое, посредственного качества. Здесь обжато, здесь торчит хвостик, здесь тоже нитки. Не рекомендуют покупки, в общем, друзья, такие часики. Да, друзья, фуфло. Ладно, перейдем к следующей посылочке. Здесь цена 2 доллара. Написано «Наушники». Давайте открывать. Просьба поставить 5 звезд. Продавец положил подарочек, подставку для телефона. Все, больше ничего не положил. Упаковано в пупырочку. Сами наушники в целлофановом пакетике и вот в таком пластиковом кейсе. Стоили, значит, наушнички 4 доллара 20 центов. Продавец указал 2 доллара. Заказаны наушники 20 февраля. Приехали 17 марта. То есть, в принципе, тоже довольно нормально. К нам в Украину кроем. Вот такая радость. Сменные вставочки силиконовые. Какая-то непонятная штука с надписью GVC. Наверное, чтобы наушники наматываться, чтобы они не путались. И вот такие наушники. Промаркировано левый. 2X. Проводочек мягенький, красного цвета. Написано GVC. Сомневаюсь, конечно, что производитель GVC. Но вот такие наушнички. Микрофона, я так понимаю, здесь нету. Давайте я послушаю и скажу вам свое мнение о наушниках. Ну что, друзья, послушал я наушники. Довольно неплохо сидят они. И качество звука в них, ну, где-то на 6 из 10. То есть меломанам, конечно, не подойдут, все-таки звук немножко хромает, но присутствуют басы, довольно отчетливые, высокие. Ну, мне понравились эти наушники, так что рекомендую покупки за цену 5 долларов. Неплохой вариантик. Еще раз покажу внешний вид вам. Внешний вид у них, конечно, на любителя. Но в целом неплохие наушники. Вот и все, друзья, вот такая вот небольшая распаковочка. Значит, подведем итоги. Часы не рекомендую к покупке. Наушники рекомендую к покупке. Ссылочки на товары будут внизу под видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, заходите в группу ВКонтакте. Будет много всего интересного. Все, всем пока, удачи!